Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о пассивном источнике дохода на инвестициях. Это о проекте Аврора, как купить токен, первый криптовалютный банк, который появился в стране СНГ и с помощью которого мы сможем попробовать на нем заработать на полном пассиве. Вложения мои там 500 USDT, вот, и все покажу, как всегда, максимально подробно. Также хотел бы, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал. Здесь я публикую различные способы заработка, без вложений, с вложениями. Все для того, чтобы мы могли зарабатывать по максимуму и приумножать свои собственные средства. Ребят, итак, переходим к данному проекту. Вот проект Аврора. Здесь мы его помним. Когда-то был обзор по данному проекту по данным генераторам, что майнили криптовалюта AVR. И неплохо все-таки заработали. Итак, например, мы сначала там регистрируемся, все банально просто, нет ничего сложного. Вот, и сюда вбиваем партнерский код. То есть все будет в описании для того, чтобы заполнить по максимуму данный, скажем так, сервис и полностью нормально зарегистрироваться. Так, пока мы просто заходим с вами в данный проект. Так, заходим, мы вот зашли с вами, и теперь нам нужно подключить наш MetaMask. Мы подключаем наш MetaMask к данному проекту Аврора. Итак, и вот мы привязали свой кошелек MetaMask. Теперь, как покупать данный токен? Как мы видим, у меня на данный момент 20-25 AVR. Вот, и мы можем их, в принципе, попробовать вывести. Мы нажимаем 20-25 AVR. Так, нажали мы Connect. Здесь зелененькое засветилось то, что мы они нам выведутся прямиком на наш MetaMask. Сейчас покажу заодно, как покупать, как выводить вот эту вот всю движуху, как все это банально просто делается. Итак, нам нужно PancakeSwap, мы заходим вот сюда, и сейчас я вам постараюсь все это продемонстрировать. Итак, коннектим мы, конечно же, свой MetaMask, выбираем, Binance, MetaMask, есть. Законнектили мы свой MetaMask, ну а теперь мы будем искать, мы нажимаем на Swap. И будем смотреть нашу монетку AVR-ку. Так, здесь BNB. Так, и здесь смотрим Cake. Сейчас смотрим AVR. Вы можете данный токен купить через PancakeSwap. Самый такой более оптимальный вариант. Только вам нужно будет законнектить, например, не через телефон, а именно через компьютер. Тогда оно выбивает нормально, и вы можете купить данный токен. Данный токен торгуется примерно по 5-6 центов за данный токен. Но вне зависимости от того, сколько у вас будет данных токенов, сколько у вас будет в общем, вы, скажем так, все равно получите по курсу того токена ту самую сумму. Если вы, например, купите на 500 USDT AVR, да, и там даже если токен, например, упадет в цене, то вы все равно они вам возместят это, и вы все равно по курсу доллара купите то же самое, прибыль получите. Вот. Что касается по прибыльности, касается по заработку в целом, по ихнему банку. Ребят, если я вот вернулся назад, вставил контракт, ссылка тоже будет к данного контракта в описании, как видим, вот такая цена до USDT, то есть 7 центов за AVR. Вот, то есть мы законнектились нормально наконец-то MetaMask и все работает. В принципе, никаких проблем нет. Возвращаюсь опять, повторюсь, возможно, в том, что мы можем здесь довольно-таки неплохо заработать. То есть партнеры, они предусмотрели много вещей по поводу заработку, по поводу размещения и увеличения средств, что люди получали меньше риска вот, тем, что они будут вам возмещать, если, например, курс провалится там ниже, например, чем вы покупали. К примеру, вы здесь купили токен по 8 центов за AVR, а они провалился токен, да, там в цене, но они постараются его, скажем так, заплатить вам уже по курсу не 0.07, а по курсу меньше в токенах, чтобы у вас до USDT вышла одинаковая сумма. То есть они добавлят AVR, точно так же до наоборот выйдет. То есть у вас будет нормально сталая величина в том, что вы сможете нормально зарабатывать и окупаться в данные средства. Дальше уже перейду до смартфона. Там тоже регистрация будет смартфона. Ихнее приложение
то, что они разработали данный, скажем так, проект Аврора, но нужно будет подвязывать по одинаковую почту, то есть чтобы у вас почта была одинаковая, то есть что, например, здесь на маркеты, на маркетплейсе, да, то есть данного проекта через компьютер, также и со смартфона, одно без другого не может существовать, скажем так. Вот, поэтому вам, чтобы нормально выводить средства, вам нужно это с компьютера делать. Проблем сейчас нет, я думаю, компьютер есть у всех, даже их некоторые называют там картошкой, свой компьютер, но все-таки для работы в интернете достаточно будет, как говорится, даже картошки, если у вас там очень слабый, очень древний компьютер, он все равно может нормально там тащить, и нормально можно работать, зарабатывать и развиваться, скажем, таким вот образом. Итак, ребята, если, например, взять, посмотреть, вот я сделал репост с ихнего проекта, с ихнего телеграм-канала, то, как мы видим, по 3 месяца 12% годовых, 6 плюс уже 24% плюс 6. Ну, то есть мы видим, что если мы, например, будем ложить под хороший процент, мы сможем довольно-таки очень хорошо заработать. Ну и, конечно, 108% годовых, если минимальная сумма там от $1000. То есть, ну, такой вот маленький момент. Теперь уже покажу, что делать дальше. Итак, вот проект Аврора, его можно скачать, проблем вообще никаких в принципе нету. Самое главное, что включили VPN, если он вам нужен, конечно. И нажимаете вот сюда логин и сюда пароль. Сейчас зайду, все покажу внутри. Итак, ребят, как мы видим, вот такой вот процесс. Мы попали на наш персональный кошелек криптовалюты и проекта Аврора криптовалюты Aver. Вот, и здесь мы все видим, да, здесь есть займы, вклады и многое другое. Есть даже генераторы, и вот, если кому-то надо, вы можете его, конечно же, здесь приобрести. Вот, и что касается вклада, мы нажимаем на вклады. Вот, ребят, и мы здесь уже выбираем, на какой срок мы что хотим положить. Как видите, у меня сейчас ложить сумма 500 USDT на срок 720 дней, то есть то, что я вам говорил. Вот. И выходит довольно-таки очень крутой процент годовых, 96% годовых. Также есть смарт-депозит, где вы можете на короткий срок положить, например, определенную сумму. Вот. И, как видите, да, там, то есть вы выбрали 360 дней на под 72%. Ну, довольно-таки тоже хорошо. Вот, и вы выбираете тот вклад, который вам более всего подходит, 3 месяца или 6, или сколько вам там подходит. Вот, я рассчитываю на долгосрок, где мы сможем довольно-таки неплохо заработать в этом плане. И таким вот образом вы нажали и вкололись. Так, потом, что еще хотел бы вам показать. Есть здесь кредитный брокер, также обмен монет, где с помощью которого вы можете, например, купить за наличный, безналичный расчет. То есть выбираете валюта, страна, город, сумма. Ну и как видите, они уже в личном кабинете с вами связываются, общаетесь и все это делаете. То есть довольно-таки все удобно, все хорошо они разработали. Данный проект, данный сервис, все хорошо. Также, как видите, у нас в настройках, если что-то не получается, вы можете написать мне в личку, например, в телеграм-канале, или же им, например, в саппорт, вот их, скажем так, есть почта. Ну, в принципе, все рассказал. И что касается рефералки, то есть здесь две реферальных программы. Одна рефералка это по маркету, та, что находится у вас, скажем так, в вашем кабинете на компьютере и на телефоне. Вот вы нажимаете на человека, и у вас есть на руки так рукопожатие и код активации тоже есть здесь. Ну, в принципе, все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Это у нас 0.24 AVR торговый. Пробовал выводить, все работает, немножко купил, вывел. Так что и также в них есть сертифицированный сертик. Это, скажем так, довольно-таки сейчас немало значит, что при данной сертификации до того, что она дорогостоящая, они еще очень хорошо проверяют данные проекты, чтобы они, в принципе, долго работали. Этот проект работал в долгую, не то, что вы там зашли там, и через 3 секунды стали миллионером или потеряли средства, нет. Здесь вы работаете, и есть гарантия того, что проект нормально проработает. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, всем пока и хорошего профита. Данный вывод будет скоро, примерно через, не первый вывод, примерно через неделю, где я публикую в своем телеграм-канале. Всем пока и хорошего профита.